Александр Городецкий. Это человек, который... Что ты делаешь? Это человек, который недавно комментировал... Не то, что недавно, но играет. Но не то, что недавно, а, по крайней мере, ну, может, года два назад вместе с Шипом он комментировал один из турниров. Но он не шахматист, он кандидат в мастера, но он играет в покер, действительно. Я как раз вспомнил. Ну это, что? Я думаю, что это будет он. Звезда нашего покера. Ничего. Все нормально? Что? Играем так. Стой. Где этот камбэк-то нету? Вот, вот, нет, не надо. Я такую идею нашел. Вот идея, жеши. Да, пойди ты жеши. Даже 6 еще хуже, чем просто слона отдать. Уж лучше без слона поиграть. Не, ну а тут что? Тут я ничего не сделаю. Да блин, вот G6 ты все испортил. Я испортил? Каким образом я мог что-то испортить вообще? Что ты не попал по клетке? Смотри, как это смотрелось. Смотрелось идиотически. Дай мне сделать ход. Я сейчас сдамся, Кирю. Ну все, поехали. Не ной. Это смотрелось вообще вышка. Это был пятиугольник. Не знаю. Имбецилла. Градецко. Новый дебют. Градецко. Пятиугольник. Почему мы это играем, я не пойму. Нормальная позиция. Ну, нормально, слова не хватает. И что? Ты разочаровал? Да. Смотри, ладья c8, ладья. Слон b8, ферзь c7, ферзь h2 мат. Гениальный замысел. Я в восторге. Поэтому так сыграл. Нет, его... Ох, кстати, выиграли фигурку. Наверное, сейчас с трудом. Ну, даже g3, как бы 7, ну, вот позиция просто полна шлака. Нет, ну, видишь, Саня поаплодирует. Не могу называть его Саней? Нет. Как ну, хочешь. 56. Нет, ему 84-го года. Конь Е3, вот воткнем. Зачем конь Е3? Это конь Е3. Алло? Да, да, не работает. Почему? Да потому что ладья c6. Ферзь c7 отошел. Да, взяли. Не, ну как я говорил, то есть в принципе безнадежно все равно. Да отвали ты, достал. F5, F4. Выкрутился все-таки. Опять забыл, как называется поле. Стоп. Не так. Что, ферзей поменять предлагаешь? Хорошая идея. Что же так в таком-то желахе? Почему не поменять ферзей? Наш единственный шанс — это дать мат в лоб. Просто подойти и дать мат. Если этого не будет, мы проиграем. Король H6. А, о, ферзь H3. Да, это, конечно, серьезный подарок. Король H6. 1-0. Король 6 выигрывает. А, король 6 раз d5, кстати. Нам F3 надо играть. Тут принципиально сделал это по-своему, да? Нет, король 6 раз d5. Ничего, ладья g8? Мы взяли. А, понял. Не, мне кажется, что он F3 вообще может единственный ход. Но это достаточно. То есть, дело в том, что здесь не взять, а шах. Там вся тонкость. Типа шаг, ферзь h2. Да, ферзь h2 добивает. Спасибо Антону. Очередной идиотизм, а не партия. Ну да, всем спасибо за внимание.